Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Это четвертая часть видео про мои пустые баночки за месяц июнь. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Желаю всем приятного просмотра. Продолжая тему пустых баночек, я покажу вам вот такой вот гель для душа, мицеллярный. Что хочу сказать, он у меня идет от марки Dove. Я не могу сказать, что он мне прям как-то сильно понравился, аромат точно не мой. Из-за аромата я его больше приобретать не буду. Он был такой гелевой консистенции, прозрачный. В принципе, мне понравился, но именно вот из-за аромата больше его не куплю. Новинка от марки Fa. Это гель для душа с ароматом маракуйи. Очень мне понравился. Приятный аромат, хорошо пенился. Ну, не знаю, что еще сказать. Гель для душа отличный, поэтому всем его рекомендую. Скраб для тела от марки Organic Shop. Он у меня идет с розовым жемчугом. Тоже очень вкусно пах, хорошо скрабировал кожу. Кожа была очень гладкая, мягкая после использования этого продукта. Люблю скрабы от марки Organic Shop. Уже заплетается язык, уже который раз приснимаю это видео. Вот, поэтому тоже вам всем рекомендую. Очень хорошие скрабы. Вот такой у меня закончился антицеллюлитный горячий скраб от марки Floresan Fitness Body для уменьшения жировых отложений. Я, конечно, не могу сказать, что я там прям заплыла как-то жиром, но кое-где есть места, которые бы хотелось подтянуть. Использовала это средство, не могу сказать, что прям как-то супер вау оно меня избавило от каких-то неприятностей на теле. В общем-то, мне кажется, без физических нагрузок различных, спортивных, никакого эффекта не будет. Вот, ну, в принципе, кожу отшелушивал, отлично ее подтягивал. Вот, но опять же скажу, с помощью такого средства вы не похудеете. А так, в принципе, неплохой продукт. Хорошо скрабировал. И, кстати, да, очень-очень сильно жгло кожу. Гель для душа от марки вот такой вот, цвет Moments, что-то такое. В общем, с ароматом зеленого яблока от марки Белита. Мне он понравился, объем 345 мл. У меня еще есть в запасах такой же с малиной и с дыней, вот тоже буду их использовать. Хорошие гели, ароматы, конечно, такие химозненькие, но в принципе хороший. Два геля для умывания от марки Гималая. Первый с лимоном, второй с персиком. Отлично очищают кожу. Они, знаете, такие желеобразные, такой тягучей консистенции. Имеют такие вот скрабирующие частички в своей этой консистенции. Но мне, в принципе, понравились. Хорошие. У меня еще такой подходит к концу с голубикой или с черникой, что-то такое. Маска от марки Faberlic, серия Bio Arctic для нормальных и сухих волос. Глубокое питание с экстрактом галарктической водяники или водяники, не знаю, как правильно. Объем, в общем-то, идет 150 мл. Не знаю, как вам показать, потому что все вот это вот отсвечивает. В общем, маска хорошая, мне она понравилась. С удовольствием буду ее использовать. Она также обладает таким очень приятным охлаждающим эффектом. Так что присмотритесь, хорошая маска. Кусковое мыло от марки Le Petit Marcellier. Это цветок апельсинового дерева. Я, конечно, не особо люблю кусковые мыла, но у меня просто пока что они есть в запасах, поэтому их нужно добивать. Неплохое мыло, я его использую там для стирки каких-то мелких вещей. Вот, ну, бывает также в качестве в качестве мыла для рук, конечно же. Как обычно, тканевые маски закончились, куда же без них. Вот такая вот от Esfolio, она идет у меня с тыквой. Она омолаживающая, не знаю, зачем взяла омолаживающую, но просто понравилось такое вот оформление. Лекала отличная, аромат очень приятный. Кожу отлично освежает, выравнивает тон лица. Мне понравилось. Конечно, приобретать больше с такого эффекта омолаживания я не буду. Дальше маска вот такая вот от марки La Beauty с розой. Тоже понравилось, приятный аромат. Кожу не сушит, отличная.
Дальше вот такая вот маска от марки IPU. Она у меня идет с ледяным, с морозным арбузом. У меня была такая вот с морозной дыней. Она мне не понравилась, потому что очень сильно жгло кожу. Это был именно не эффект охлаждения, а именно жгло кожу. Прям вот, знаете, больно было. Вот. А вот эта маска такого эффекта не дала. Поэтому она приятно охлаждала, поэтому мне она понравилась. Ее, возможно, буду повторять, а с дыней нет. И вот такая вот марка от марки Look, или как правильно, не знаю. В общем, она идет с экстрактом слизи улитки. Приобретала ее в Перекрестке, рублей за 60. Хорошая, в принципе, вам могу посоветовать. Зубная паста лесной бальзам. Вот такая она детская, 2+. С нежной клубникой, приятный аромат, приятный вкус, очень мне понравилось. Обожаю зубные пасты от марки «Лесной бальзам». Эту купила, потому что было интересно попробовать эту новинку. Вот, но повторять, конечно же, не буду, потому что она детская. Но для ваших детей, у кого они есть, могу порекомендовать, очень даже хорошая. Печенька от марки Faberlic, серия вот эта вот контроль со вкусом лимона. Она протеиновая, очень даже понравилась, но, конечно, на любителя, потому что не всем такие штуки могут понравиться. Но мне понравилось. Я ела такую с клубникой, это уже выбросила упаковку, и вот с лимоном. Очень вкусная, буду покупать их еще. И закончилась такая вот у меня универсальная очищающая полоска от марки Faberlic, серия Ультра Грин, в общем-то, на подходе для лба, носа, подбородка, с маслом Мануки. Я ее использовала на нос, хочу сказать, что черные точки она убрала, но мне кажется, одной такой будет недостаточно, нужно прям вот курс проделать таких процедур, вот, но, в принципе, даже неплохая она очень. Бальзамчик для губ от марки Soft Lips. В общем, это вот такой вот он, или Perfect, в общем, что-то такое. Вот такая, наверное, марка. Он мне очень даже сильно понравился. Мне его привозили как сувенир в подарок с Москвы. С удовольствием его использовала. Очень классно. Такой кусочек льда. Приятное, красивое оформление. Я очень им довольна была. Хорошо губки охлаждала, освежала. В общем, классный. Сейчас я активно добиваю мои запасы бальзамов для губ и хочу вам показать. У меня закончились два вот таких вот бальзама. Не помню, что это уже была у них за коллекция, какая-то летняя Bubblegum Pop. В общем-то, он мне понравился, этот бальзамчик. Он, конечно, особо губы не увлажняет, ничего такого не делает, просто дает такой красивый цвет губам. Вот такой вот он, камера, конечно, не придает, но, в общем, он, конечно, в жизни светлее, чем на камере, но, в общем, использовала его дома, потому что на улице такой цвет мне не идет, но больше приобретать его уже не буду. Да, думаю, что уже и негде. Также вот такой вот, какая-то уже была осенняя коллекция у Maybelline Baby... А, не сказала, кстати, коллекция Maybelline Baby Lips. Вот. И это все, в принципе, от Maybelline Baby Lips. Вот такая вот осенняя была коллекция. Это вот так вот. Какие-то там тыквенные специи. Мне, конечно, немножко ногти покоцанные после коррекции, извините. В общем, вот такой вот какой-то у него был коричневатый. Это вот прям передает камера. Такой коричневатый был у него цвет. Аромат приятный, но, опять же, на мои губы такой цвет не особо шел, поэтому использовала его дома. Также вот такой вот бальзам. Этот уже у меня идет с ванильным капкейком. Вот такой вот он уже имеет цвет. Вот, тоже использовала дома, на улицу я, в принципе, не использую такие бальзамы. Так, и также последний, это вот такой вот, это Fresh Pink, который очень приятно освежает губы. Вот, он был такой розоватого цвета. Вот, тоже мне понравился, в принципе, неплохой. Но вот, подведя итог о всех вот этих вот бальзамчиках, точнее, о всех, хочу сказать, что они особо губы не увлажняют, они только дают им какой-то цвет, вот, поэтому, в принципе, да, порекомендовать могу, если вы, конечно, их найдете где-то еще, но чтобы они вам лечили губы или прям так хорошо их увлажняли, этого, конечно же, не будет. Девчонки, ну вот и все мои пустые паночки за месяц июнь. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. Как и всегда, я желаю всем вам хорошего настроения, отличного дня и всем пока-пока.